Hi, you going to the airport? 250. Good? Meter. Huh? Meter. Taximeter. Taximeter? Yes. How much is the estimate? 230. Okay, good. Thank you, sir. Have a good day for you. Nice catch in the morning. All right, enjoy your day. Так, ну что, друзья, грандиозные планы. Мы двигаемся в Европу. Мы двигаемся в изолированную Европу. Посмотрим, что там происходит. Сейчас самое главное быстро пройти все security и так далее. Вот мы в аэропорту Анталии. Конечно, тут тоже утром суета. Есть где покушать, где попить кофе. А мы направляемся в Будапешт. Было 2042, да? Так, сейчас сразу скажу, что здесь в аэропорту с интернетом. С учетом того, что моя турецкая симка отключилась. Просто нажимаю мой accept. Так, не хочу, чтобы мне что-либо присылали. Все. Одна клавиша. И мы в интернете, отлично. Ну все, господа, мы прошли паспортный контроль очень легко и быстро. Итак, дорогие друзья, значит, я нашел маршрут. Мы ищем самые оптимальные пути из каждого аэропорта в любой страны, чтобы не платить какие-то там таксистам. Можно спокойно добраться общественным транспортом. Значит, здесь сейчас нас ждет автобус под номером 100Е, который идет, в принципе, прям в центр города, где наш отель под названием Andrassy Thai Hotel. Может, отсюда выйти можно? О, сама открывается дверь. Ух! Так. Очередь, мать его. Ага, вот этот, да. Нам нужен этот. Так, plan your journey, buy your ticket. Так, походу надо... Designated area is there. Hello. Hello. How to buy ticket? 100E. Yes. 100E. You can buy at the machine or inside, there is a ticket office, maybe there is nobody. That door, A, you go inside and there is a ticket, there is a ticket office. There is a machine or there. At the machine. At the machine? Yes. Which one? You see three machines. Okay, thank you. Okay. Посоветовали машину. Ага, вон люди стоят, тоже очередь. Ладно. Наша цель – добраться до центра города. И даже дождь нам не помеха. Так, окей. Так, ну что, пожелаем удачи нам. Погнали. Так, English. Отлично. Так, 3 day in Budapest, 24 travel card, shuttle bus single ticket. This one. Так, окей. Pay. Please check the purchase. Payment. Nothing. Okay. Don't print receipt. Так, successful, ура! Так, уже другой приехал автобус. Все. Ребята, прикиньте, в автобусе есть Wi-Fi. Реально. Работает. Едем. Вот это удар просто. Вот и встретились два долб***а.
Аллилуйя. Добро пожаловать в Будапешт. Так, я сразу знаю, куда надо идти. Надо идти за симкой. Модные челы тут на амбехах гоняют. Дети. В школу. Все. Хорошая, кстати, погода. Я думал, будет холодно, а на самом деле тепло достаточно. Красивое здание. Сейчас мы все будем по истории изучать. Как только я симку куплю. В этом нам поможет чат GPT. Я обязательно ссылку оставлю. Чат GPT, это, те, кто не знает, это искусственный интеллект. Выглядит как чат, и вы можете с ним общаться. Он дает вам всю информацию, которая вам нужна. Может даже писать вам приложение. Язык программирования знает. То есть это такой ваш ассистент по многочисленным вопросам. Очень крутая тема. И вот я его попросил рассказать мне про Будапешт. Я здесь на самом деле был уже, но очень давно. И я тогда был, не знаю, мне, по-моему, лет 17-18 было. И многое чего я не помню из Будапешта. И вот сейчас хочу более осознанно пройтись, посмотреть все. Помню, что ездили на экскурсию по такайским винам. Такай – это вот как раз венгерское вино сладкое, десертное. Вот. Но я сладкое не люблю вино, мне суховастенького. Так, заходим. Так. Что тут? Residential, mobile services, purchase. Тикет. Так, сейчас посмотрим на S23. Не видел я его еще. Всего лишь 3x. Даже у Note 20 Ultra 5x увеличение. Качество какое-то стрёмное. Они какой-то прям даунгрейд сделали на телефон. Смотрите, какое качество вообще. Просто все расплывается нафиг. Ну-ка. Ой, столько цифровой обработки. Но детали теряются. Капец. Смотрите, все размыто нафиг в пикселях. Вообще. Какие-то рекламные съемки. А может, это из-за того, что дисплей такой четкий, что ты видишь все эти недочеты. Тоже как вариант. Ну все, дорогие друзья. Vodafone вставили мне чип в голову. Сказали, будет вам звонки поступать, вам будет нашептывать прям в ухо. Вот, вижу уже просто в глазах интернет, в браузере уже. Жалко, вы не видите. Новые технологии европейские. Ладно, шутка. На самом деле дали классную сим-карту от компании Vodafone. Теперь у меня работает во всех странах Европы. Вот даже турецкую, когда покупал, вот она работает только в Турции, и все, и конец. Тоже заплатил нехило, там 60 баксов, по-моему, за то, чтобы попользоваться 10 дней симкой. Так, нам сюда. Ну и как всегда, City Sightseeing, Будапешт. Знаменитая компания, которая делает туры по всем странам. Так, наша сейчас задача
дойти до отеля. Нет, на самом деле наша задача сейчас похавать. Че, они кто-то из красоты всяких магнитиков. О, здание парламента мы сегодня посмотрим обязательно. Вообще мы сегодня очень много всего посмотрим. Цены в евро. Класс. И в их, как их правильно, будапештский фринт. Фринт, по-моему, их называется. Форинт. Форинты, точно. Форинты. Так. Так. Кстати, вот пока ехал на автобусе, видел, у них здесь очень распространена шаурма. Даже несколько локаций выпало. Дождик идет. Вот, и по шаурме, походу, они нормально так отжигают. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать. Так, ищем место, где покушать. Вот это мы сейчас находимся вообще в самом центре города. То есть центрея не бывает. Центрея только замкат, если куда-то уже ехать. И бомжики у них тут есть. Все как у людей. Так. Где можно покушать? Нам надо найти место. Вот, видите, вот шаурма. Пожалуйста. Так. Попробуем сюда сесть. О, отлично, место есть. Hello. Hello, hello, hello. Так, вот тут вообще поляна нормальная. Sorry. Пюрешка 800 форинтов. 300 форинтов это доллар. 2,5 доллара пюре. Есть. Все. Короче, надо сумку скинуть, чтобы я никому тут не мешал. Все. Так, сейчас попробуем шаурму заказать. Hello. Medium? Yeah, medium good. You like everything spicy, onion? No spicy, no spicy. Just maybe mayonnaise, ketchup, regular. Garlic spicy. No spicy, yeah. Yeah, only garlic. Mm-hmm. Never good. Хочу попробовать пюре. Can I get пюре? Portion? Yes. Perfect. Here. 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 Yes. Good. Mm-hmm. Let me see. You have cappuccino? Coffee? Tea? Tea, yeah. Hot tea. Wow, looks great. Nice. Крутая шаурмятина. Yes, sugar too. Thank you. Так. Картошка, шаурма, сейчас посчитают нам. Thank you. Yes, yes, and I'll pay. 10 баксов, ребят. Даже 9 точно. Карт? Я. Вайлес. What's that? Beer, no? Oh, no, 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 no. No. All good? Thank you. Ребята, картошка огонь. Добавлена петрушка, немножко моркови. Посолили так. Вкусно. Так, а теперь хедлайнер вечером. Как бы запихнуть-то?
Да. Пацаны шаурму готовить умеют. Супер вообще. Ребятки, посмотрите, что от шаурмы осталось. Ничего. Одна фольга. А это значит, что она была просто великолепная. Реально просто великолепная. Thank you very much. Was very good. Thank you. Sorry. Excuse me. Итак, возвращаемся вновь в Будапешт. Сегодня нас ждут очень интересные места. Сегодня основательно погуляем. О, смотрите, прикол. Anubis Travel. В центре города туристическая компания назвала свою фирму в честь Анубиса. Если вы знаете, Анубис – это покровитель темных миров, да? Это бог темных миров. Anubis Travel. Пусть ваше путешествие превратится в настоящий ад. Шикарный лозунг. Надо ребятам написать, чтобы они промоушен сделали тут на весь Будапешт. Так, нам еще перейти надо. О, так, двигаемся дальше. Ох, сегодня мы все это посмотрим. Вон там даже колесо обозрения есть. В принципе, в той части уже там минут 5, и мы уже будем на набережной. На той самой набережной реки Дуная, которая разделяет старые вот эти города Буда и Пешт. Две его части. И со временем, конечно, Будапешт уже основался как город, как столица Венгрии. Я вам даже расскажу сейчас какие-то интересные моменты. Будапешт был официально образован в 1873 году путем объединения трех отдельных городов – Буды, Абуды и Пешта. Каждый из этих районов имеет свою уникальную историю и атмосферу. Как прекрасно! Кстати, Венгрия славится своими термальными источниками. Будапешт сама по себе является столицей термальных источников и имеет более 100 горячих источников. Надо, кстати, посмотреть, где они находятся. Здесь есть по-любому спа-центры. Будапешт также имеет самую большую синагогу в Европе и вторую по величине в мире. Синагога на улице Дахани была построена в конце 19 века в мавританском и византийских стилях и может вместить более 3000 человек. Абсолютно неплохо, абсолютно. Вот здесь вот наш отель, в этой части города. Так, вот надо там и перейти на дорогу. Круто, прям в центре. Не надо автобусы, на метро ехать. Все прям близко. Близко и отлично. Я вам, как мы придем в этот отель, я вам расскажу подробности, сколько что стоит и так далее. О, красота какая! А это мы находимся возле церкви Святого Базилика. Боже, как красиво! Я такое в Берлине видел, похоже. Вот этот вот европейский стиль, детализация, конечно, просто сводит голову с ума. Сейчас мы поближе посмотрим. Все, посмотрели поближе? Идем в номер. Ладно, шучу, сегодня посмотрим все. Всю самую красоту города. Она прям находится практически в одном месте. Еще раз напоминаю, что отель называется Andrassy Thai Hotel.
и находится прямо в самом центре города. Так. Здесь что ли? Тай. О, нашли. Опа, даже звонить не надо. Hello. Сразу зайдем. Интересно, вот сейчас час дня, у них написано, что они официально загружают в 2 часа, но может они уступят в правилах. Так, 88. О, открыли. Ух ты, прям дворец. Шандо, thank you so much for being understanding. Finally, just press the bell button to open the reception door. Так. Какой этаж, интересно? Ну, сейчас посмотрим. О, я в таких лифтах, наверное, последний раз в Питере где-то ездил. Но это классика жанра, конечно, красиво. Интересно. Окей. Four. Okay. What's happening? Have a good day. Так. О, класс. Классика. Step into Thailand now. Hello, how are you? Checking in? Checking in. I have a room. Reservation, yeah. Michael. And nice place. I have been in Thailand a month ago. Beautiful, Bangkok. This one, right? Okay. Ta-dam. Thank you. Wow. Вот эта комната, вот это потолки вообще, круто, вот я люблю такие сталинки, да, называются, где потолки под, не то что 3, под 4 метра, вау, и номер, первая ночь стоит 50 евро, 57 даже, вторая ночь 70, но это из-за того, что перепадает на выходные, но, ребятушки, у меня центр Будапешта за окном. Нифига себе, круто как. Таечки нигде не включены, тут в номере не прячутся в шкафу. Сейчас глянем. Не, здесь, конечно, обманули. Ладно. Сейчас ставим ключ, чтобы посветлее было здесь. Опа. Красиво. Жить не запретишь. Так, мини-бар. Отлично. Все, тут можно развеситься. Ё-моё, 57. Класс. Очень классный рисунок. Вообще тайцы, они даже в Будапеште имеют кардинально крутой подход. Чай, кофе, потанцуем. Thank you.